Қаңтар айында қоршаған ортаны қорғау министрлігіне су ресурстары комитеті қосылды. 29 қазанда президенттің жарлығымен біздің министрлігіміз қоршаған орта және су ресурстары болып өзгертілді. Бұл су мәселелерін комплекс түрінде басқаруды қамтамасыз етеді. Бүгін біздің министрлігіміздің Ақбұлақ бағдарлама жайында жасап жатқан жұмыс туралы қосымша баяндама жасауға рұқсат етіңіз. Как вы знаете, Министерство окружающей среды и водных ресурсов участвует в реализации программы «Ак-Булак» в части строительства и реконструкции групповых водоводов. До 2011-2012 года на эти работы были выделены и освоены средства в размере 33,8 миллиарда тенге, что позволило ввести в эксплуатацию 15 объектов питьевого водоснабжения. На указанные средства было реконструировано, построено и введено в эксплуатацию 911 километров водопроводных сетей, что позволило улучшить водообеспечение в 156 сельских населенных пунктах с населением 279 тысяч человек. В текущем году на строительство и реконструкцию групповых водоводов были выделены средства в размере 13,3 миллиарда тенге. В результате проведенной работы вводится в эксплуатацию 11 объектов питьевого водоснабжения протяженностью 563 километра, что позволит улучшить водообеспечение в 91 сельском населенном пункте с населением 163,7 тысяч человек и в 4 городах с численностью населения 95,2 тысяч человек. В следующем году планируется сдача 11 объектов в эксплуатацию с протяженностью групповых водоводов 607 километров. В результате улучшится водообеспечение в 201 сельском населенном пункте с численностью населения более 83 тысяч человек и в 5 городах с численностью населения 397 тысяч человек. Вместе с тем, в ходе реализации проектов возникают различные трудности, не позволяющие своевременно завершить строительство водопроводов. Например, при реализации проекта по строительству Эскулинского группового водопровода в Карагандинской области выявилось, что трасса проходит в зоне обрушения шахт, и для ее обхода необходимо построить дополнительно 4,1 километра водопровода. В настоящее время проводится корректировка проекта. Кроме того, имеются недовершенные объекты, начатые в рамках программы «Питьевая вода» на 2002-2010 годы. Нами проводится работа по сдаче этих объектов в эксплуатацию. Так, в текущем году завершены работы по станции обработки воды Каменского группового водовода и Урдинского группового водопровода в Западно-Казахстанской области, а также проводятся работы по завершению строительства Белягашского группового водопровода и Восточно-Казахстанской области. Данные работы планируется завершить весной 2014 года. Также я хотел бы отметить, что в работе нашего министерства в части водных ресурсов, конечно, есть и недостатки. В первую очередь это связано с тем, что когда производилась передача функций, поэтому у нас были проблемы с освоением средств, и также существуют проблемы с некоторыми подрядными компаниями. Поэтому мы эти проблемы будем устранять, и работа ведется в том, чтобы наладить работу более качественно. Вот. Ну и также хотел бы отметить, что нашим министерством подготовлена госпрограмма по водным ресурсам согласно поручению президента до 2040 года. В данный момент эта программа проходит согласование во всех госорганах, и в ближайшие дни она будет носиться в канцелярию премьер-министра. Спасибо за внимание.